Во вторник в Самарской области облачно, осадки маловероятны. 26-28 тепла днем, ночью 17-19 выше ноля. Ветер юго-восточный, южный 2-4 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 27, ночью плюс 18, юго-восточный 3 метра в секунду. В Тольятти облака, днем плюс 27, ночью плюс 18, южный ветер 3 метра в секунду. В Самаре облачно, плюс 26 в дневное время, ночью плюс 19 градусов. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 54%, температура воды в реке Волга 18,9, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.